Доброе утро, дорогие друзья. Четверг, глава Бо, и тем не менее, несмотря на то, что глава очень серьезная и важная, давайте немножко отойдем от этих сложностей. Я предлагаю заняться кулинарией сегодня. Это необычно, но кулинария – это органическая часть Торы. Тора – это часть жизни. Вот вспомните, с чего начиналась Тора. Все, ведь кругом продуктовые проблемы. Сначала что было? Яблоко. Все проблемы начались с яблока. То есть все как бы участвовало в этом. Знаете, Тора, она не оторвана от жизни. И вот выдающиеся еврейские мудрецы давали такие уникальные кулинарные советы, в том числе, в первую очередь, Рамбам, которые до сих пор используются всеми. Давайте вернемся опять к началу. «Сделай мне вкусно, как я люблю», сказал праотец Яков своему сыну Исау, когда хотел дать ему благословение. То есть опять все связано с едой. Почему? Ну, потому что душа, она привязана к телу, в том числе и вопросами, или попробуй не кушать. Душа покинет тело. Следовательно, существует прямая связь между душой и телом. Чтобы хорошо учиться и молиться, нужно хорошо питаться. Поэтому необходимо и здоровое питание, вот, и сонное, и так далее. Все это, вот, как бы, то, что сегодня пропагандируется, это на самом деле заложено в рамках Торы. Крайнее пренебрежение нормальными телесными потребностями подрывает нашу способность служить Богу, которая требует много сил. В наши дни уже известно, что внимание и сосредоточенность напрямую зависят от правильного рациона. Здоровье – это религиозная обязанность, поскольку знание и понимание Бога недоступно для больного человека. Поэтому мы должны культивировать привычки, способствующие здоровому образу жизни. Я еще раз возвращаюсь. Рамбам, все остальные крупнейшие давали потрясающие советы, коротко их перечислю, все не вспомню, но чтобы вы поняли, насколько они были погружены в эту тему. Из разных видов мяса, говорил Рамбам, самое лучшее мясо годовалого ягненка, а также мясо молочных козлят. На всякого рода от требуха головы не полезны. Мясо коз и старых коров не полезно. Старый сыр – это вредное тяжелое кушанье. А мясо птицы переваривается легче, чем мясо животное. Самое лучшее из всех птиц, говорил Рамбам, для человеческого организма – курица. Рава Бар Шмуэль, выдающийся ученый, сказал, всякий раз, после того, как ты ел хлеб, ешь соль. А после того, как пил воду, пей воду, и не будет у тебя болезни. Раби Хия Бар Аши, выдающийся мудрец, сказал от имени Рава библейского, тот, кто ест мелких рыбок, избежит любых желудочных заболеваний, маленьких таких. Более того, маленькие рыбы способствуют деторождению, очищают организм. Поехали дальше. Есть кушания очень вредные, которых не следует человеку есть, сказать Рамбам. Такие, как большая старая соленая рыба, старый соленый сыр, грибы, старое соленое мясо, не до конца перебродившие вина, блюда, начавшие портиться, а также всякие кушания, запах которых неприятен конкретно тебе. Они для человека написаны смертельный яд. Что еще писали мудрецы? Огурцы, дыни, зеленый репчатый лук, чеснок, эти 5 овощей наносят вред кормящим женщинам. Следует опасаться пить напитки, стоящие открытыми, говорит еще и Каббала. Нельзя оставлять на ночь открытыми напитки, потом их пить. Рав Шмуэль сказал, лучше всяких мазей капля холодной воды утром. Что еще? Не следует переедать, сказал Рамбам, ибо большинство болезней является последствиями излишества в еде. Мудрецы говорят, что немного вредной пищи не приносит столько вреда, сколько полезная пища в чрезмерных количествах. Инжир, виноград, гранаты всегда полезны, как свежие, так и сушеные, написано в наших книгах. Их можно есть до сытости, тем не менее, постоянно тоже нельзя. Написано, что чрезмерная еда, я уже говорил, яд для организма. Большинство болезней постигает человека от переедания. Но написано, что привычная еда не вредит ему, даже сама по себе может быть и не полезна. Молочные продукты. Написано, сыр, творог способствуют сгущению крови, а также соков организма. Поэтому его не рекомендуется употреблять, особенно пожилым людям. Не полезны и молоко, не молодая и жирная говядина, баранина и козлятина. Можно употреблять и нужно, самое полезное, мясо молодого барана до 1 года. Косуль дикого барана, превосходный для больных астмой, хотя его питательная ценность меньше. Мясо водоплавающих птиц считается грубым, переваривается с трудом и способствует образованию вредных осадков. Что еще? Мясо цыплят, голубей и глухарей не содержит жира, легко переваривается и считается одним из самых хороших. Два слова еще расскажу. Все, видите, как много мы, оказывается, в Торе знаем. Это только часть. Два раввина в Восточной Европе путешествовали вместе. Однажды они остановились на обед в гостинице набожной вдовы. Во время еды один из них беседовал с разговорчивой женщиной, другой сидел молча.
Все его внимание было приковано к Торе, он читал. Когда они собрались уходить, Дава отказалась брать с них плату за еду. Покинув дом, раввин, который во время обеда говорил с хозяйкой, повернулся к другу и сказал: «Ты украл этот обед». Тот взглянул на него с изумлением, но она сама сказала, что мы не должны платить. Ей не нужны были деньги, ей нужно было общение, а ты не дал ей этого. Поэтому еще наши мудрецы говорили, что очень важно хорошо и правильно питаться. Но не менее важно еще правильно вести себя за столом. И кроме того, следить за чувствами людей, которые находятся с тобой за этим столом. За столом надо улыбаться, и тогда пища будет полезная. Браха ва ацлаха, Тора близка здесь, даже в питании она близка к нам.